Олег Сташкин, позывной кадет. Бригада Восток. Бригада спецназа Восток. Скажите, где мы находимся? Ваша роль. Находимся перед населенным пунктом Пески, на передовой. В данном случае сейчас вторая площадка, где все разбомблено, мирные кварталы украинскими нацистами. А как вы попали в ополчение? После контракта в спецназе в Чечне. Пришел домой, смотрю, война началась. Начали русских убивать. Ну, так как считаю себя русским патриотом, отправился в ополчение в июне. То есть доброволец? Да. Сначала в Донецке воевал, потом в Луганске. Новосветлов, Хрещеват освобождали аэропорт. Потом в бригаду «Восток» пришел. Понял. Ну, наверное, жизненный опыт большой. Может, что расскажете интересное? Жизненный опыт у вас в Донецке, ну, как ДНР, ЛНР. Из Новороссии, да? Да, Новороссия. Не знаю, что интересного рассказать-то. Ну, какие-нибудь, может, веселые факты. Веселые? Ну, конечно. Как шахтерские нацисты сдавались. Подъехали, сказали, делать что хотите, только покормите. Правый сектор их не кормил. Очень интересно. Как в Луганске освобождали, когда аэропорт. От нас бежали в панике и в ужасе нацисты. Ну, в частности, ВСУшники там и наемники были. Прикольно было, прям по пяткам наступали. Раненый лежит, идешь там, помогаешь им. Ну, мы же там не звери. Он лежит раненый, перевязали, отправили его. Потом наших выручать на обмен. Понятно. Не очень-то весело на войне. Ну, а здесь, может быть, есть такие моменты запоминающиеся? Запоминающийся? Поехали! Очень часто взрывы было, там летом, по-моему, или осенью был взрыв большой, что весь город слышал. Ну, точка У. А, веселая? Да тут вроде всего 23 года, а до того уже 5-й год вою и как-то точка У последний раз ударила, крайний раз. Ну, хотя, надеюсь, последний раз. Я даже не проснулся. Наоборот, комфортно спать было, так сотрясло, так нормально. На другой бок перевернулся и уснул дальше. Такие, в основном, житейские веселые моменты. А что хотите пожелать бойцам, людям, живущим у нас? Бойцам? Побольше стойкости защитникам России, Новороссии, защитникам ДНР и ЛНР. Больше стойкости пожелать, чтобы не сломался никто. Помните, мы правы. С нами Бог, победа будет за нами. Но никак по-другому быть и не может. Местным жителям держитесь, крепитесь. Чтобы стало хорошо, сначала должно быть плохо. Сейчас будет хорошее. Спасибо. Так, с вами Бог.